have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки. Коничуа! Мы с вами сегодня посмотрим или начнем прохождение. Я еще не решил, что это будет. Это трек Туйоми. Игрушка, которая уже несколько недель висит в моем списке. Она от издателя Devolver'ов. Там есть, конечно, студии, которые их делали. Но обычно все, что проходит через Devolver'ов, оно, ну, как минимум, стоит внимания. Потому что у них очень... Через них к нам приходят очень крутые вещи. А атмосферу, я думаю, вы немножечко сейчас чувствуете. Подождите секундочку. Я все пытаюсь настроить музыку и громкость, потому что музыка здесь очень классная, но она изначально прям заглушает. Возможно, если играть без болтовни и без геймплея, это как раз навевает атмосферу. В моем случае мне нужно, чтобы еще, наверное, меня было слышно. Посмотрим, как это все будет. Новая игра... Так, Кабуки. Это театр. Погодите, новая игра. Ну-ка. Для тех, кто хочет наслаждаться сюжетом. А, тут мы выбираем сложность. Я понял. Это Кабуки в смысле как театр. Ты будешь просто смотреть, что происходит. Бусидо. Кодекс Бусидо. Для тех, кому важны и сражения, и сюжет. И Ронин. Ну, это понятно. Для опытных игроков, готовых... проверить свои силы. Есть также последнее, которое мы пока что не видим, но которое нам кое-что даст. Ронин, конечно же, нет. Здесь, учитывая, что выходит от Devolver'ов, я бы обычно взял Бусидо, то есть среднюю сложность, для которой нужно и сражение, и сюжет. Но у меня есть некие опасения, поскольку в описании к этой игре в Steam'е многие отзывы отрицательные, которые говорят, что, возможно, с повышением сложности игры геймплей становится слишком репетитивным. Не знаю, насколько это правда. Таких отзывов очень много. То есть все говорят, насколько здесь классная атмосфера, насколько здесь классный сюжет, но все очень сильно жалуются на репетитивность геймплея при повышенных сложностях. Давайте я, наверное... Я сейчас очень сильно заколебал. Обычно я бы взял среднюю сложность, вообще не задумываясь, но я даже не знаю. Интересно, я могу потом поменять ее или нет? Честно говоря, я бы взял Кабуки. Но, ладно, пойдем на Бусидо, посмотрим, как оно будет. И в любом случае у нас с вами сегодня... Ну, как посмотряшка, так точно. А как прохождение, посмотрим, как вам понравится эта игра, как она мне понравится. И там уже будем дальше решать насчет сложности. Пока что есть что есть. Поехали нас. Итак. Считается, что тот, кто достиг подлинного баланса, способен предвидеть будущее. Тот же, кто его потерял, не видит дальше своего носа. Начнем с малого, юнец. Сосредоточься, отметь, что ждет тебя впереди, и изучи свой путь, прежде чем вступать на него. Вдох, выдох, распахни свой разум. Укроти свои мысли, юный Хироки, этим владеют все самураи. Зачем ты как раз упражняться в одном и том же, мастер Сензюра? Чтобы стать самураем, ты должен непрерывно оттачивать мастерство. Итак, успокой свои мысли, сделай вдох и задержи дыхание. Мысленно представь намерение соперника. Ага. Отвлечешься? Жди смерти, Хироки. Попробуем снова. Да, сенсей. Во-первых, немножко все-таки... Что? Учить, значит учиться. Сегодня я покажу тебе это. Освободи мне место.
передвижением в бою WSD. Да, я пока что играю на клавомыши. Но я пока что только AD пользуюсь. Я не знаю, где DS будет использоваться. Ну ладно. Смотри. Хоп-хоп. Этимонзи. Ну, первое это явно было Этимонзи. Я просто не знаю, кто в Секиро играл. Покажи, чему ты научился, Хироки. 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 Так. Раз, два. Это Этимонзи. Движение вверх. Понял. Движение вниз. Понял. Вот для чего они нужны. Я понял. Хорошо. Мощная атака. Опа! Секущая атака так с плеча. Разворот. Оп. Внемли, юнец. Никогда не поворачивайся к врагу спиной. Так мне сказали. Это я бы не... Ну зачем? Тот, кто владеет одной лишь атакой, обречен. Защищайся. Глупо выжидать, пока противник устанет. Двигайся, словно ветер, чтобы его клинок тебя не коснулся. Когда мощность падает до угрожающе низкого уровня, наступает изнеможение. Так, это я понял. А я могу... Да, блин, я... Вы можете отразить удар противника при помощи контратаки. Да, это я уже... Погоди, отражение. Быстро нажать Shift. Я понял, ну-ка. Ай. Понял. Ай, блин, больно. Ай! Блин, ты детей бьешь вообще-то, ладно. Да хорош, я... Я отвлекся, да. Отвлечешься, смерть. Я нажал. Есть. Понял, хорошо. На сегодня достаточно. Завтра мы... Мастер Санзюро, мастер Санзюро, вы срочно нужны. Хироки. Оставайся здесь. Юнец. Ну. Помни, чему я тебя учил? Тогда слушай сенсея. Хироки. Береги себя, юный Хироки. Сзади, Хироки! Ладно. Что же нам делать, Айка? Впервые вижу отца таким взволнованным. Мне страшно, Хироки. Нужно выяснить, что случилось. Но он же сказал... Я уверен, это важнее твоей учебы. Идем. Блин, женщина! Сначала идем, потом яблоко мне в рот. И все дела. Не надо, останься. Послушай, сенсея. Блин, что ты делаешь? Тренировка рядом с додзи. Рядом с додзи расположена тренировочная зона, где можно упражняться. Понял. То есть я могу вернуться и вот тут еще... Ну, меч-то вытащи как-то. А как меч... Минуточку, мне дальше пройти, что ли? А дальше я не могу. У меня меч, кстати, тренировочный, деревянный, да? Как тут все, да? Или у меня настоящий уже меч? А, когда он уставший, он уже еле... Понял. Опа! Так, ладно. Ну и как... R тут не работает. Как True японщина, эта игра у нас только с субтитрами, насколько я понимаю, потому что все разговоры здесь будут исключительно японском. Нобу сказал, это знаменитое блюдо из Киото. Ну, небось сказал еще, что такое только в императорском дворце подают. Ну да.
Найти новый предмет. Никто не говорил, что нажимать на И. Ладно. Ну, слушай, ты этого болвана. Это, блин, я пропустил диалог, извиняюсь. Ну, можно посмотреть в управлении, но я просто интуитивно на И нажал, и оно сработало. С этими ребятами интересно поговорить, наверное, уже не получится. Ну-ка. Я вон туда... А, нет. Находясь в этом измерении, я уже на вверх и вниз не могу и нажимать. Ну, типа, на WS. Тут только AD работает. Находясь в таком положении, видите, я уже могу путешествовать. Окей, я понял. Это задний двор? Все, хорошо. И идя сюда, я опять же попадаю на задний двор в другую сторону. Тоже. И возвращаюсь опять. Это как это, знаете, волшебные двери. Пошел сюда, опа, оказался здесь. Ладно, поехали вниз. Это официально плохая идея. Он, должен быть, отправился в город. Сюда. Режим приосмотра. Мастер Сензор еще ни разу не прервал тренировку. Неужели я его так разочаровал? Не говори глупости, Хироки, ты его любимый ученик. Тебе откуда известно? Вне боя можно свободно перемещаться, однако оружие будет убрано. Я понял, то есть когда я в такой ситуации, то я не могу пользоваться оружием, но могу ходить как хочу, а в бою могу ходить только вперед-назад, но все, сообразил, хорошо. Это был Сензюро? Точно, да еще как спешил. Ученики его сразу за ним. Эй, Малец, твой учитель направился к воротам. Зачем ты мне это говоришь? Так, я пойду пошарюсь. Ну дайте мне пошариться, ну вы чё? Ну, как бы да, кинематографичности у этой игры не отнимешь. То есть, кто смотрел старые фильмы японские, то тем прям здесь будет рай до раздольев. И японщина из этой игры пахнула так, что вот прям ух. Я боюсь что-то пропустить интересненькое, потому шарить по всем сторонам. Дружище, третий раз повторяю, не продается. А мне нужно, плачу двойную цену. Это семейная реликвия, мои предки будут безутешны, если мы лишимся ее. Кого? Камер, мыши тут, ну, да, мышь только для боя, она тут никак не крутится. Это вот вы продавали там что-то, да? Ой, тут сено. Есть какие-то коллекционки, опять же. Как всегда, я буду стараться их собирать, но, как всегда, все не соберу. Это же я. Я соберу 90%. Пишите, ребят, что думаете? Я в первый раз вижу игру вот такого типа. Не знаю, меня очень зацепило. Прям... Ну, хочется в это поиграть, хочется посмотреть. Очень надеюсь, что... Ох, ты ж ёж. Из твоих товаров каждый день не пройти, не проехать. Выносить невыносимое. Вот в чем истинная выносливость. Мудро. Очень надеюсь, что все вот эти вот отзывы плохие, они окажутся, ну, как бы... Не помешает нам насладиться игрой. Здравствуй, Хироки. Купил бы Айко угощение. Вот это вот кукла, которая со мной ходит. Ой, а с тобой можно... Она же, ну... Вот, кстати, да. Ты так покраснел. Нам в любом случае нужно спешить. Хотя выглядело вкусно. Значит, вы меня чем-то все-таки угостили, да? Ну, чтобы я угостил ее. Макрель, окунь, моллюски. Да, тут полный набор. Домой же далеко с телегой. Сензюро так пронесся, что напугал меня. Она съехала в канаву. Я хочу помочь, а как? Да, хочу. Конечно, не знаете, куда он направился? Благодарю, юноша. Я видел, как он сбежал по ступеням. Должно быть, что-то творится за главными воротами. Мечка, ребят, вы хотите сказать, что вас там атакуют, а у вас тут все... Ну, как бы, ладно. Окружение. Иногда, чтобы придвинуться дальше, необходимо отодвинуться к некоторым объектам. Что?
продвинуться дальше, необходимо отодвинуть некоторые объекты в игре. Я понял. Да, С, закройся, пожалуйста. Ты сразу в позу стал. Ага. И туда наверх потом. А сюда у нас ничего нет. Игра. Я хочу секретные места. Игра. Ладно. Большое спасибо. Журнал обнов... Журнал? Он... Стойте, но мне же сказали... Это на какую клавиатуру рассчитано? Я сейчас просто на английское двоеточие нажимаю. Ну-ка, ай. Ай, нормально работает. Есть журнал. Мистер Цензюр еще ни разу не прервал урок. А, это у нас информация, которую мы нашли. Я понял. Это наши квесты. Я понял. Навыки. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. А тут можно качаться. Навыки обороны. У меня есть два. Это блок и контратака. Я понял. Навыки. Это легкая атака. Мощная атака и простые комбинации. Все остальное у нас как-то скрыто. Так, прочие навыки. Передвижение в бою. Спасибо. Это навык, да. Разворот, да, он у нас есть. Изнеможение — это навык. Ладно. Артефакты. Это, видимо, то, что я нашел. Алтарное зеркало. Зеркало на алтаре Тамая символизирует духов ушедших предков. Мастер Сендзюра чтит моих родителей как родных, хотя утверждает, что не знал их. Возможно, это наш дед. Кто его знает? У вас то шуба, дед. Ну что ж, немножко ознакомились. Пойдем дальше. Вот, тут что-то можно... Новый предмет. О, это не Сизиф случайно, ладно. Изображение Идзанаги. Так, ребят, заранее я в японской мифологии очень сильно не сведущ, поэтому если тут будут такие вещи, я могу накосячить с пониманием. Так что здесь изображен создатель Идзанаги, запечатавший вход в Йоми, страну мертвых. Понял. Мы должны быть благодарны за то, что он оберегает нас от нечисти, но неужели мои родители теперь в этом мрачном мире? Ну, там как бы оно все не так, как здесь воспринимается, скорее всего. А чего волноваться? Тут же ничего не происходит. В том-то и беда. Никакого нового промысла. Еле конце с концами свожу. Я тогда закажу еще выпить. Правильно, поддержи отечественного производителя. Отлично, держи, дружище. Вот это тоже заливает, как может. Ребят, это вредит вашему здоровью. Не забывайте. Тут у нас Straw Hats сидят. Типа соломенные шляпы. Говорю тебе, в лесу разбойники. Когда их не было. Ага, озеро, это проход в страну мертвых. Да нет же, я видел их шатры. Если ничего не предпримем, они нас всех в Йоми отправят. Да хватит людей пугать, небось, просто браконьеры пришли поохотиться на Сироу. Пройти туда не могу. Могу только подойти к ним. Блин, атмосфера реально просто офигенная. Это просто, знаете, наслаждение для глаз ежесекундное. Я знаю, короткий путь, но мне вообще-то туда нельзя. А что ты со мной прешься? Раз мастер рядом, нет, никто нас не заругает. На самом деле он не такой уж и строгий, а ведь он и сам наверняка тут прошел. О, птички полетели. Так, а мне с тобой поговорить, чтобы ты мне короткий путь... Я на самом деле не так уж и хочу коротким путем идти. Скажем так, будь я на месте этого мальчика, я бы, наверное, вообще не хотел бы никуда идти. Мне сейчас... А стелсить тут нельзя, я могу только бегать, да? Вы что здесь делаете, варюшки? Хироки, держим! Простите, господин, вы ничего не брали, я просто... Вон отсюда, живо, все учителю расскажу. А вон это в какую сторону? Святилище.
посетить святилище, чтобы сохранить прогресс и полностью восстановить здоровье. Костер, что ли? Чертов костер! Свежие сливы в самом соку. Так, дай сливу. Я бы угостил Айко, но у меня нет денег. Ну как тут устоять? Вот, держи, подарочек от меня. Очень добры. Завтра куплю побольше, обещаю. Мне кажется, тут завтра все сгорит к черту. Ракушка из набора Кай Авас. А как я получил сливу, а мне дали... Ладно, детали из игры в парной ракушке Кай Аваса. Если его... Кай Авасе, извиняюсь. Ну, нет, Авасе или Авасе, на самом деле, насколько я знаю, что в японском как такового ударения при произношении слова нету. Авасе? Может быть так, без понятия, будем... А вот как понять, где ударение, если его нет в оригинальном языке? Хорошо. Если этот набор... Это набор со свадебной церемонией. Мои родители занимали высокое положение в обществе. Здесь изображены двое, возможно, мои родители. Что же их разлучило? Вот бы найти пару. Но это что, что мне только что дали? Ну, спасибо, и на том спасибо. Вот бы найти пару, кстати. Возможно, она еще и найдется. Вон отсюда, живо! Все, учителю, расскажу. Ябеда-корябеда. Так, ладно, мы сейванулись на костре, поехали. Блин, а фишка с ракушкой у меня останется или нет, если меня прибьют? Ну, то есть я уверен, что меня прибьют, не зря же костер дали. Опять она меня отвергла, брат. Что на этот раз? Я сказал, что последую за ней хоть царство мертвых, как создатель Инзаги за своим Дзанами. Красивые слова. Она ответила, что даже Инзаги сбежал, увидев, что супруга лишилась былой красоты. Да. По сути, так и было. И добавила, что я буду также неверен. Возможно, просто не судьба, брат. Возможно, просто не судьба. Возможно, возможно. Там ничего нету. Пропустите, сейчас моя очередь. Друг мой, победа достается тому, кто ждет не полчаса, на полчаса дольше, чем соперник. Тут тебе не рынок, а додзи. Прошу, проявить терпение. Хватит на всех. Хватит на всех. Я могу сказать. Камни отвернулся от меня. Так, мне тут путь завалило, да, чтобы я... Ну да. Вы не пострадали? Нет, нет, просто досадно. Я должен найти мастера Сэнзюро, но потом вернусь вам помочь. Спасибо тебе, Хироки, но я и сам справлюсь. Я помогу, только покупателей обслужу и сразу к вам. Премного благодарен. Но это мне так элегантно путь перекрыли и заодно интересных диалогов подкинули. Спасибо, игра, ценю такое. Ну что ж, нам сюда. Ты ничего не скажешь? Бег. Ага, ускоряет, но расходует выносливость. Бег вроде пробел я видел, да. Хироки, тут кричал? Нет, это отрыжка ветра. Да, видимо, сенсей там. Скорее! Блин, это были, по-моему, барабаны тревоги, нет? Штучка. Барабаны подождут. Цветок сакуры. Сакуя Химе. Дева цветущей сакуры, несущая жизнь. Также покровительствует вулканом? Что? Так что уничтожая столь же играючи, сколь создает. Она разрушила пики Яцугатаки за то, что посмели возвестись выше ее родной горы Фудзи. Ну да, у японцев насчет Фудзи и ее святости есть такая штука в легендах. Это даже я знаю.
Там кто-то в кастрюлю бьет, ну, то есть... Явно ж не просто так. Разбойники, спасайтесь, бежим! Хироки, это захватчик, вот куда отец спешил. А, то есть дед это ее отец, и твой учитель. Ладно, я понял. Ну просто... Все, кто может сражаться, сюда, не дадим им пройти за ворота. Сюда, Хироки. Ты хочешь его убить, что ли? Серьезно? Просто сенсею на вид... Ну, блин, какой это век? Я даже не возьмусь так сходу сказать. Может, 18-й, надо будет посмотреть. Просто на тот момент, ну, жизнь людей была гораздо короче. И этот сенсею на вид, ну, не знаю, полтос. А девочка явно маленькая. Так, ну, на самурая мы не тянем. Максимум на шиноби, если получится кого-то заколоть со спины. Они повсюду! Кто-нибудь помогите ему! Дайте ему отпор. Нет, его убили, нужно копье. Ну, короче, вот, чувак, у меня меч нормальный, да? Ну, что там было только что? Отразить нападение. Самолично, в одну морду, да? Поехали. Всех уничтожим просто. Все, по-моему, боевой режим. Помоги, я найду отца. Да, найдешь. На том свете, давай. Нет, слишком опасно. Я знаю, это еще раз больше путей, чем эти нелюди. Тут, только не попадайся им на глаза. Сенсей не простит, если с тобой что-то случится. А я... Ступай, Хироки. Не волнуйся. Давай, чеши отсюда. А. Святилище. Ну что ж, мы сейванулись, да, я так понимаю? Поехали. Здоровье и выносливость. Уровень здоровья определяет, сколько ударов вы можете выдержать, а уровень выносливости, сколько действий. Логично, спасибо, капитан Очевидность. Сюда я пройти не могу. Вот эта штука с кастрюлей немножко поддостала уже. А, ну ладно, это не кастрюль, но все равно поддостало. Оставь их! Пацан! Что ты мне сделаешь, недомерок? Чувак, ты еще не самурай. У тебя нет габаритов и у тебя нет... Минус. Всего одной хпшкой отделался. Три на одного. Ну блин, ну это же сенсей, блин, с пикой. Кого черта он убегает? Если пацан сумел одного сделать, я уверен, что сенсей с длинным оружием мог бы сделать троих. Но елки ты палки. Что-то не знаю, вот это выглядит немножко неправдоподобно. А как не сдохнуть? У меня последняя хпшка осталась. А, вот так не сдохнуть. Я на том чуваке провафлился. Размен это невыгодно. Вовремя подгаданная тяжелая атака убивает их с первого раза. Хорошо, понял, спасибо.
Нормально. То есть один раз провафлил атаку, тебя бьют второй раз практически автоматически. Практически автоматически. Дайте еще костер. А, вот он. Стой, 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 там что-то можно. Повышение запаса здоровья? Повышение здоровья. Улучшение здоровья повышает максимальный показатель вашего уровня здоровья. А что я подобрал? То есть там просто было... Сохранился, получается, зря. Ну ладно. Награда. Время от времени вы будете получать улучшение за победу над новым противником или за определенные действия. Спасибо, я понял. Вообще ни за что. Спасибо, спасибо. Я просто попробовал, честно. А второй раз сохраниться я уже не могу, они одноразовые, да? Черт! То есть я с минус одной хпшкой начинаю сейчас, это неприятно. Что это за отложенная минусга? Назад, пес! Я самурай! Неужели? Сенсей хорошо обучил меня, я готов! Бросай оружие, улепетая мальчишка! Салага. Нет, это мой священный долг. Да блин, заруби его и все, что ты тринтишь. Тогда отправляйся в Йоми, глупец. Это босс? Не, это лошпед какой-то. Атака с разворотом? Понял. С поворотом позволяет быстро напасть на противника, находящегося позади, чтобы не просто развернуться, а... Ага, вот этого имеете? Нет, какой-то доходяга. Пошел, пошел, пошел. Я сохранюсь, на его нафиг. Стой, я сюда не могу пойти? Не могу. Просто тут такой этот угрожающий так взял, отошел. Да, он дальше спрыгивает, так что это было бы бесполезно. Минус. Отгреб два раза. Общение с тенями может принести плоды. Может, может. Тебя, должно быть, не спасла Ликами. Тысяча благодарностей, Хироки. Если еще один Синдзюро... Если еще Синдзюро, он недавно тут пробегал. Так вот, в том-то и дело, фигли, он убежал от троих. Ладно. Выбрать атака на расстоянии. Бо-сюрикен. Бо-сюрикен можно метать во врагов. А, единичку выбрать и кьюшку метнуть, да? Я понял. Потом попробую. Так, это мне сюрикен дали. Оно одноразовое или оно будет каждый раз на костре перезаряжаться, мне интересно. Уж извините, такая штука, как костер. Никого не осталось. Может, пойдем? Пора выпить и пересчитать деньги. Ну вот, ну то есть... Не, я понимаю, что это геймплей, но если показывают, что мальчишка запросто справляется с тремя придурками, сенсей не справится с тремя? Ну, камон. Они уже сошли столько домов и убили столько жителей. Я молю богов, чтобы сенсей смог остановить их. Зря не взял меня с собой. Ясика по-прежнему в безопасности. Моя рука! Больше не твоя. Серьезно? А чё так можно было? Я схожу посмотрю, что здесь.
зачем сюда пришел? У этих христиан нет ничего ценного. Не торопись, пара монов здесь, пара там, и так накопим все состояния. Поделить не беспокойся, он жесток, но Солана свое слово держит. Найди новый предмет. Какой, например? Какуте. Или какуте. Ну, какуте, хорошо. Так. Поистине необычное и жестокое оружие. Тому, кого оно застигнет врасплох, останется лишь посочувствовать. Ведь скрытые шипы могут обезвредить и даже ослепить самого сильного противника. Да, есть такое. Новые навыки в чем? А, так с разворотом появилось и метание. Здоровье, выносливость. Новые навыки, да. Хорошо. Босюрикен. А он у меня как бы... Ну-ка. Я могу им еще пользоваться? Тут я, кстати, даже меч не могу вытащить. А, я понял, зачем мне это надо было. Я мог на них просто сбросить вот эту штуку. Это был бонус, если бы я их убил. А, я просто не сразу понял ситуацию. Если бы я пришел вот отсюда. Да, видите? Опасность. Можете использовать окружающий предмет, чтобы убивать противников. Я уверен, что за это давали бы ачивку. Чуть-чуть не дошел, чуть-чуть не досмотрел. Обидно. Когда же Сигун пришлет... Сигун, да, сейчас. Вот ему до вас есть дело. Пару деревень сожгли тут, пару деревень сожгли там. Чудовище, демоны! Я, пожалуйста, сохранюсь. Быстрее, скоро их будет много. Вы там держите пока что. Минус. А ты типа у нас жесткий был, что ли? Что-то так увернулся. ХПшки опять мало, только сохранился. ХПшки мало, только сохранился. ХПшки мало, отлично. Секретные места. Ищи секретные проходы и места, в них могут скрыться ценные предметы или даже святилище. Например, вот это? А почему оно секретное? Да! Да ты офигел! Да офигел просто! Столько ударов в никуда. Ну все, 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 хорош. Блин. Сохранился в никуда просто. А, они быстрее, короче... Если одновременно он начинает тяжелую атаку, я начинаю тяжелую атаку, он меня перебивает. Прошу, прошу. Красиво. Он... А, он тяжелую атаку 2 забирает, да? До свидания. К этому-то я был готов. Ты поговорить не хочешь никак? Ясно. Немножко не до этого. Да ну я же ударил!
Вот это самое обидное. Я же ударил по нему, прошел удар. Так, метнуть я не могу. Слышите звук? Значит, ну, нечего метнуть. Секретные места? Местатные секреты? Ой, вот это место очень похоже на Деспирадос первый. Забудьте про ворота, штурмуйте что-то там. О, привет, ребят. Никто не кидается гномами. Хельмова крепь не падет. Так, дайте мне сохраниться. Будьте людьми, пожалуйста. Кажется, они отступают. Сенсей постарался. Чувак, ты один в одно рыло. Сколько их? Человек 30 перерубил тут. Ну ладно, 20 может быть. Туда мы не можем пойти? Нет, игра нас держит. В неких рамках иногда, когда ей это выгодно. Вот, я могу сюда? Могу. В гробницах наверняка что-то есть. Смотри, насколько, конечно, духов. Ну вот, тут ничего. Нет! Я забыл, как блокировать! Кстати, я сейчас это меня загрузит. Ну почему я здесь не могу потренироваться? Погодите секунду. Shift. Shift. Блокировать и отражать — это Shift. Молодец. Ясно. Понятно. Да ты иди нафиг, блин. Давайте все, убивайте его, этого придурка. Серьезно, одновременно запускаем тяжелую атаку, но его тяжелая атака... Кстати, а почему я выдержу 3 тяжелых атаки, а они с первой ложатся? Это средняя сложность. Да хорош, блин, что это за скорость? Этот мелкий только замахивается, в него тут же уже влетает просто. Ну я же... Я же ударил. Ну вы чё, ну ребят. Вот такие моменты мне, честно, не нравятся. И Тимон... Нифига. На. И Тимонзи нифига не работают, когда надо. О, тут есть какая-то штука. Я не зря сюда пришел. Повышенный запас выносливости. Улучшение выносливости. Вот зачем я сюда пришел, зачем я с ними сражался. И тут найден новый предмет какой-то. А это, кстати, все предметы на этом уровне, наверное, имеется в виду. Изображение Инзанами. Возлюбленная создателя Инзанаги погибла в родах и очутилась в Йоме. Инзанаги хотел вернуть ее, но не успел, ибо она отведала пищу в стране мертвых и сроднилась с ней, обретя уродливый облик. Ну, то есть, да. То, о чем мы уже и слышали. Даже, кстати, ребятушки, если это у нас будет прохождение, то это первая серия, если она вдруг первая серия, а не посмотряшка, она будет длиннее. Потому что мне хочется пройти какой-то пролог определенный. Останься здесь. Ну, поговори с ним. Но мой учитель... Твой учитель защищает нас от захватчиков. Не разбрасывайся собственной жизнью в погоне за славой. Я не боюсь смерти, я должен помочь ему. О, он мне сюрикен дал один, хорошо. Может, вы мне еще один... еще одно святилище, как раз хотел сказать, дадите. Хорошо.
То есть святилище обычно дают перед дракой какой-то, важный, неважный, уж не знаю. Так, сюрикена, вот этот сюрикен держим на, грубо говоря, босса. Ну, там всего лишь два каких-то лашпета, чувак, убей их. Ты его отвлечешь сейчас. Из-за того, что ты его сейчас отвлечешь, он сдохнет. Вывод, не надо было тебе сюда идти. Катана в столь юных руках. Даже я был старше, когда убил своего отца. Подойди, покажи, как владеешь клинком. Черт, это босс. Я его ударил. Убивать детей бесчестно. То есть мне его один раз ударить надо было? Честь придумали трусы и слабаки. Ты ничего не смыслишь, вор. Ступай по пути страха, пока еще можешь. Я подчинил себе страх, старик. Ну, ясен же пень, блин. Я вообще теперь не знаю, как мы его ударили. У него носа нет, или мне кажется? Ну, да, выпилили друг друга. Хироки, людям нужна твоя помощь. Пацан, если бы ты остался изначально там, поклянись, что защитишь. Клянусь. Всю жизнь. И даже после. Клянусь. Славно. Айко. Береги Айко. Ну, типа, женись на ней. Да, ты не подведешь. Слушайте, жестенькая игра, жестенькая. Вот эти вот последние пару боев. До этого тоже чувствовалось такое на волоске, на реакцию. Но вот эти пару боев, они прям... Интересно, что делает понижение уровня сложности. Жизни у них и так немного. Возможно... повышает окно реакции, не знаю, посмотрим, если вдруг будем переключаться на него, я не уверен, еще ничего не знаю. Трек to Yomi. Самое время заканчивать серию, поэтому... Ну, будь проклят их предводитель, мы не знаем, кто он и как собрал свое войско, но знаем, что он жестокий беспощадный убийца. Его воины словно тени покинули горы, на месте двух деревень остались лишь кровь и пепел. Это Айко, да. Ребят, так лет 10 прошло. Он доберется до нас быстрее, чем любое подкрепление. Если захватить вот этого, то захватит реку. Мы должны думать о населении, потому же о себе, Айко. Согласна, их судьба — наша судьба. Мы должны их предостеречь и привести сюда. А потом разрушить мост через реку, чтобы войско не добралось до нас. Если мы... Простите, что перебиваю, но у ворот странник умоляет о помощи. Впустите. Демоны, это демоны! Откуда ты? Говори. Они явились из ниоткуда, убийцы смертным взглядом. Их предводитель просто смотрел, как они... Они! Я из... Вот это вот. Некоторые из нас сбежали в лес, но демоны ринулись следом. Мои родные! Мне очень жаль. Принеси демон человеку чаю и риса.
Должен атаковать немедленно их судьба, наша судьба. То есть ты лично такой пойдешь, да? Ступайте с ним. Мы не знаем, где враг. Я организую оборону. Да уберегут тебя Ками. Бла-бла-бла. То есть я так понимаю, что мы стали каким-то... Не подведу, мы стали каким-то главой этой общины, этого вот чего-то. И мы лично идем сейчас разбираться с ворами. Посмотрим, как все будет. Я, наверное, все-таки не нашел какую-то одну вещь в прошлой локации. Потому что, видели, у меня одна была пропущена. Сейчас катсцену посмотрим. Я не успеваю это прочитать, что вас. Значит, вражеские псы уже прошли через реку. Времени еще меньше, чем мы думали. Муримицу-дону. Что ж тогда за дело? Этих лохов расхватали просто. Чувак просто в ответку мне дает, серьезно. Максимальный запас сюрикенов увеличен, найти спутника, журнал обновлен, дайте журнал посмотрю. Артефакты, хотя нет, количество артефактов. А, первое, да, в первом мы, значит, пропустили какой-то один артефакт, это получается вторая. Навыки, журнал, все дела. То есть чуваков, которые послали с нами, они абсолютно бесполезны. Так, мне еще кое-что интересует, погоди секундочку, ребят. Хорошо, я все посмотрел, все глянул. Думаю, мы на этом тогда будем заканчивать. У нас есть теперь несколько дней для того, чтобы вы написали, хотите видеть дальше, не хотите, будете такое смотреть, не будете, как вам. И тогда мы уже решим, это у нас была посмотряшка или это у нас как-то перерастет в прохождение. Слово за вами, ребятушки. Говорите, как, что. Потому что, как вот с Хайка получилось в прошлый раз, думал посмотряшку, но люди очень заинтересовались, поэтому мы сделали целое прохождение. То же самое у нас здесь. Все, жду ваши комментарии. Пока что всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.